мы говорили о способностях, о достоинствах, о талантах Валентина, и никто из... Нет, и никто не сказал, наверное, потому что не знает, а может, потому что забыл. Оказывается, я это тоже узнал буквально вот в процессе подготовки к этому сегодняшнему бенефису, о том, что Валентин не только пишет стихи, он очень неплохо читает чужие и выбирает достаточно оригинальные, ну, я бы сказал, популярные стихи. Во всяком случае, я очень любил когда-то этого автора. Сейчас Валентин прочитает одно из его стихотворений. Ну, кусочек. У Вольтера в «Орлеанской девственнице» есть такие строки, обращенные к прекрасному полу. «Бывает так, что двое влюблены в одну из вас. Во всем они равны. В талантах, в грации, в любви до гроба. К себе располагают оба. Трепещет грудь, амур велит любить, а вы не знаете, как поступить». Ученикам рассказывают в школах историю осла, не из веселых. Сему ослу был кем-то принесен обед в двух мерках, и поставлен он на равном расстоянии с двух сторон. Томимый этим искушением равно, осел не знал, какой избрать удел. Стоял, ушами шевелил, не ел, и равновесие сохранив, бесславно от голода без пищи околел. Страшитесь следовать всему примеру, красавицы мои, шепнув «твоя» обоим кавалерам, останетесь вы счастливы вдвойне.